В Люберцах прошли публичные слушания об исполнении бюджета за 2022 год. В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий, профильные заместители главы городского округа, народные избранники, представители администрации и жители. С отчетом об исполнении бюджета ознакомились и мои коллеги. В конце мая на плановом заседании люберецкие депутаты проголосовали за исполнение бюджета городского округа за 2022 год. В этот же день была назначена дата публичных слушаний. Сегодня участники встречи подробно изучают, как распределили средства из казны муниципалитета. Расходы на реализацию муниципальной программы образования составили 7,9 миллиарда рублей и направлены на выполнение муниципального задания учреждениями округа 6 миллиардов 328 миллионов. Проведение ремонтов и благоустройства территории 152,9 миллиона, организацию питания обучающихся в школах 292 миллиона, субсидии частным садам и школам 270 миллионов, компенсацию родительской платы в детских садах 81 миллион, классное руководство 112,9 миллиона рублей, проведение капитального ремонта детского сада 12, гимназии номер 1 и школы 6 527,6 миллиона рублей. Всего на территории городского округа было реализовано 17 муниципальных программ. На них и направили большую часть бюджета. По каждому направлению участникам публичных слушаний предоставили отчет. У нас публичное слушание, поэтому мы соблюдаем все нормы, что касается публичных слушаний. Поэтому я еще раз обращаюсь, если желающие что-то сказать, добавить, уточнить, какого-то вопроса есть. Вопросов и замечаний у присутствующих не оказалось. Публичные слушания по исполнению бюджета городского округа признали состоявшимися. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.